Рождество Христово – один из 12 главных праздников православной церкви. Вплоть до 4 века крещение и Рождество отмечали в один день. Но постепенно Рождество выделилось в отдельный праздник, который ежегодно собирает в храмах на торжественную литургию тысячи людей по всему миру. Один из величайших праздников христианства. А почему вы так считаете, что это один из величайших? Потому что Иисус Христос родился, наш Спаситель. Светлый такой классный праздник. Не знаю. Это семейный праздник. И в доме должно быть всегда добро, а люди ждут всегда непременно какого-то волшебного чуда. В нашем муниципалитете праздничные торжественные литургии прошли во всех церквях. Не стал исключением и Александро-Невский храм. Где есть рождейся царь иудейский, видихом бо звезду его на востоце. Многие пришли на рождественскую службу целыми семьями. Это родился Спаситель нас, Иисус Христос, который за нас отдал свою жизнь. Вот наш муж, мой муж прошел с детьми, мы идем, мы каждый праздник ходим всегда на службу. И у нас такое чувство, как будто вот начинается новое что-то, обновление идет. Это начало всех начал. Очень светлый и радостный праздник. Всегда стараетесь прийти вот вместе? Мы приходим, да. Уже много лет приходим вместе с внучкой, всей семьей. Вера, она в душе, конечно, человек, но какие-то традиции нужно соблюдать. И вот для меня это, да, традиция прийти в Рождество, в храм, как-то почувствовать именно, ну, праздник. Храм был украшен традиционными еловыми ветвями. В воздухе витала праздничная атмосфера, и каждый, кто пришел в эту ночь в храм, старался поделиться радостью с другими. Мира, добра и счастья всем. Всем. Здоровья, конечно же, счастья семьям, детям, вообще всем людям в целом. Благополучия, достатка, семейного счастья. Мира и добра, чтобы все были счастливы, здоровы и живы, прежде всего. Самое главное. Верующих было настолько много, что храм не смог вместить всех желающих. Но люди продолжали приходить на божественную литургию до поздней ночи. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.